Крестный ход в Потеряевке. Сегодня 10 апреля 2015 год. Вот у нас еще здесь снег не сошел. Проваливаемся по снегу, идем. Вынос плещеницы. Тише маленько, иди. Страстная пятница, погребение Господа. Вот сколько у нас еще снега. Ты первый-то почему идешь? Ты должен там за ними идти. Первый. Иди за братом. Первый идет всегда с фонарем. Ну вот, наверное, будет будущий епископ, раз он первый идет. Я напомню, крестный ход в Потеряевке. Сегодня 10 июля 2015 год, Страстная пятница. Вынос плащаницы. Погребение Господа. Воскресенье день, просветимся, люди. Пасха Господня, Пасха, освети Бог жизни. И от земли к небесе Христос Бог нас приведет. Пойте миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благодарю славу Владычеству нашу Богородицу, Христа Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Твоя Твое Царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш,
Христу Богу предадим. И Сына, и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувшие сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Ты, Боси, Царь мира, и спас душ наших, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отца нашего Иоанна архиепископа Константина Града Златоустого. Кто благочестив и любит Бога, насладится этим прекрасным торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедрым, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первое – и вторые получите награду, богатые и бедные, веселитесь друг с другом, воздержанные и невоздержанные, почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня, трапеза полна, насладитесь все, телец велик, пусть никто не уйдет голодным, все наслаждайтесь пиром веры, все получите час богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех.
Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом, сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами. Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен. Горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в оковы. Принял тело и вдруг попал на Бога. Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, а попался на то, чего не видел. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу, ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть пошел. Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть пошел. Христос воскресе из мертвых, Христос воскресе. Крепление воды и священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.